зрителям. Сегодня я продолжаю работать в игре Motor Depot водителем вот такой вот красивой маршруточки, которую я сам протюнинговал. И сейчас мы с вами едем по первому маршруту города Серпово. Я напомню, у меня здесь коробка передач механическая, слайдерные педали. Включаем поворотничек. Притормаживаем двигателем и тормозами. Такие вот у меня тут елочки, флажочки. Потихонечку двигаемся по городу. Я, в общем-то, вожу аккуратно, но иногда превышаю скорость, если машин нет. Нужно аккуратненько выезжать с остановочки, чтобы никого не задеть при выезде. Вон там вот у нас находится порт города Серпово. Кстати, на газели номера SOO01. На многих газелях в России буквы СОО. Так, ну вот мы подъехали к очередной остановочке. Сейчас я вас попрошу написать в комментарии, как вам больше нравится, когда я вставляю видео музыку, или когда просто спокойно еду и рассказываю что-то об этой игре. Ну что, я продолжаю стоять на светофоре. А вам пока что говорю пока. Пишите еще, какие игры вы хотите посмотреть.